Сегодня мы продолжаем наш выпуск «Как появилась наша Земля и как зарождалась жизнь на нашей планете?». Наша Земля уже покрыта растительностью, мхами и гигантскими папоротниками, которые достигают высотой до 30 метров. Изначально растения размножались спорами, но сейчас уже ветра разносят семена деревьев и растений по всей Земле. Семена по воздуху преодолевают километры расстояния и, падая на Землю, зарождают жизни новых растений и деревьев. Жизнь уже полностью подходит для человека, но до появления людей еще очень далеко. Зато вовсю уже начали летать насекомые. Одно из них – меганевра. Это гигантские стрекозы с размахом крыльев около 2 метров. Ее лапы превратились в крылья. Это насекомое постепенно стало летающим. Именно членистоногие, состоящие из жуков, пауков и многоножек, первые вступили с воды на Землю. Единственное различие между современными насекомыми – это то, что те членистоногие были настоящими гигантскими чудовищами. Там можно было встретить скорпиона или муравья почти 2-метрового роста. Именно насыщенность кислорода в воздухе позволяла всем насекомым расти и достигать гигантских размеров. Первые животные, вылезшие на сушу, но еще откладывающие яйца в воде, начали делать свои кладки на берегу, тем самым постепенно оставляя водную стихию навсегда. Одним из новых видов существ, которые стали покорять сушу, стали гелономусы – существа, напоминающие современных ящериц. Целый процесс жизни растений и существ постепенно завоевывает огромные земные территории на материке под названием Гондвана. И те мелкие ящерицы – гелономусы – в результате долгой эволюции стали гигантскими существами-рептилиями. Одни из этих существ, которые первыми начали достигать гигантских размеров – скутозавры, которые являются прямыми предками современных черепах, очень медлительные и очень большие. Эти гиганты питались растительной пищей, но они уже не чувствовали себя в безопасности, потому что на Земле уже начали обитать плотоядные хищники. Ими были горгонопсы, доминирующие хищники поздней пермской эпохи, одни из самых примитивных зверообразных, но они были идеальными хищниками своего времени. Эти отряды рептилий были первыми жертвами из-за постоянных вулканических явлений, которые очень часто возникали на плодородных почвах Сибири. Именно тогда и произошло пермское вымирание. От постоянных извержений вулканов в Сибири атмосфера была наполнена сернистыми газами. От этих газов, которые вместе с дождем попадали на Землю, на всем материке погибало все живое. И все живое на суше, включая животный и растительный мир, полностью погибло. Из-за отсутствия кислорода в воде во всех океанах все растения и животные тоже исчезли. И океаны стали безжизненными. 500 тысяч лет продолжались извержения по всей Земле. Лавы покрывали огромные территории до 70% всей Земли. Лишь небольшое количество животных, менее 5%, выжило и с трудом добывало себе на пропитание. Они спасались тем, что зарывались глубоко в песок. 50 миллионов лет прошло с тех пор, когда все живое погибло. За это время был всего лишь один огромный континент под названием Пангея. Это был сверхконтинент, существовавший в конце Палеозоя и в начале Мезозоя и объединявший практически всю сушу Земли 335-175 миллионов лет назад – Гондвану, Лаврентию, Балтию и Сибирь. Около 240 миллионов лет назад наша Земля начала восстанавливаться. Появился кислород, атмосфера становилась чистой, вновь появилась растительность, и из 5% оставшихся живых существ начал появляться новый вид – динозавры. Из небольшого количества рептилий, пережившие пермское вымирание, появились первые из динозавров –
Амозавры. Амозавры были ростом более 4 метров и были очень медлительные и уязвимые. Эти травоядные были жертвами первых динозавров-хищников – дилофозавров. Дилофозавры – хищники, которые охотились стаей, быстрые и ловкие, чем-то напоминали дейнонихов и рапторов. 190 миллионов лет назад земные плиты вновь начали приходить в движение. И произошло еще одно из чудес света – деление суперконтинента Пангея. Земля начинает раздвигаться на месте будущего Ближнего Востока. Из-за деления плит очень много гибнет морских обитателей. Слой за слоем из мертвых рыб и планктонов устилает морское дно, которое в свою очередь будет завалено горными породами в течение 10 миллионов лет. И именно из химического процесса из мертвых рыб, планктонов и горных пород начнет образовываться нефть. Бензин, краски, пластик и даже моющие средства – все это результат именно этого процесса. 180 миллионов лет назад североамериканская плита продолжает отходить от европейской и азиатской плит. В год плита отходит на 2,5 сантиметра. Канада отделяется от Франции, а Америка – от Африки. Между континентами образовывается новый океан – Атлантический. В Новом океане появились потомки первых рептилий – ихтиозавры. Стремительные и длиной около 6 метров. Ихтиозавры жили в океанах около 50 миллионов лет и были доминирующими хищниками своей эпохи, пока вершину пищевой цепи не возглавили плеозавры. Их тело было длиннее автобуса, а вес был равен весу грузовика. Длина зубов плеозавра составляла 30 сантиметров. В период эпохи динозавров появились первые млекопитающие. Они прятались в деревьях и норах и выходили только ночью, чтобы не стать добычей какого-нибудь ящера. Превосходство динозавров прочно вошло в историю Земли на несколько десятков миллионов лет. В то время огромный астероид радиусом около 10 километров и со скоростью 70 тысяч километров в час двигался в сторону Земли. Его путь пролегал к Мексиканскому заливу, к побережью острова Юкатан. От чудовищного удара о Землю даже сам астероид мгновенно испарился. Энергия, произошедшая при ударе, была равна энергии миллионов атомных бомб. В тысячах километрах от удара на землю сыпятся булыжники. Некоторые из них размером с городской квартал. На побережье обрушиваются цунами. Огненные лавы горных пород растекаются по всей земле. Температура на поверхности земли нагревается до 275 градусов Цельсия. Несколько месяцев из-за дыма и пепла солнечный свет не мог проникнуть на землю. Эпоха динозавров, длившаяся 165 миллионов лет, закончилась. Динозавры погибли, но кое-кто выжил. Млекопитающие, которые прятались глубоко в землю и питались всем абсолютно без разбора, за счет этого и выжили. А 40 миллионов лет назад началась новая эволюция. Эволюция млекопитающих. Именно тогда жили существа или ида, похожие на лемуров, возможные предки обезьян, от которых вполне вероятно произошли и мы с вами. Условия жизни в то время были уж очень похожи на современные, но смещение материков длится до сих пор. На территории океана возникают горы, изменяются равнины, континенты меняют свое местоположение. Снег, который лежит на горах высотой 10 километров, тает. И талая вода уходит в реки, которые из-за этого становятся большими. Сегодня современные Гималаи обеспечивают водой почти половину населения Земли. 4 миллиона лет назад приматы, жившие на территории Африки, начали проявлять способности, похожие на человеческие. В то время растущие горы, окружающие джунгли, не дают рекам течь и питать плодородную землю африканских лесов.
и джунгли начинают превращаться в саванну. Животные вынуждены переселяться в поисках пищи и воды, и обезьяны, которые привыкли жить на одном месте, должны теперь преодолевать огромные расстояния, чтобы выжить. Ходить на двух ногах и волочить передние лапы по земле очень тяжело. Но и тут происходит эволюция. Обезьяны постепенно встают на задние ноги и начинают ходить. Возможно, из-за вынужденного переселения и попыток выжить в этом мире произошло это удивительное событие истории. 1,5 миллиона лет назад образовался новый вид, ранний вид человека, человек прямоходящий. 70 тысяч лет назад уровень морей и океанов начал падать. Промежутки между Африкой и Аравией сокращаются, и уже дикие первобытные племена имеют возможность пересечь море из Африки на другой континент. По мнению ученых, человек разумный, а затем уже все наше население Земли произошли от одного племени, состоящего из около 200 прямоходящих людей, которые переплыли море. И со временем люди размножались и распространялись по всем близлежащим континентам, по Европе и Азии. 40 тысяч лет назад в Европе начали происходить климатические изменения и стало холодать. Наступает ледниковый период. 20 тысяч лет назад ледниковое нашествие заканчивается. Большая часть Земли покрыта льдом. Именно в то время между Сибирью и Аляской появляется полоска суши. И через нее люди проникают в новый мир, в будущую Америку. 14 тысяч лет назад ледниковый период начинает отступать, и все континенты начинают приобретать совершенно новый вид. 6 тысяч лет назад лед окончательно отошел к полюсам, к Арктике и Антарктике. Воцарилось наше время. Мы с вами посмотрели короткую, но в то же время длинную историю. Историю Земли длиной в 4,5 миллиарда лет. Если вам понравился выпуск, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии и нажимайте на колокол, чтобы первыми увидеть новые и интересные выпуски от канала «Реальное-нереальное».